Не ждали, а я приперся. Всем привет, с вами я, выживший 39К. И сегодня это у меня новый ролик, а именно обзор обновления. Да, я очень поздно его снял. Да. Ну что ж, не будем медлить, а мы приступаем. И, кстати, забыл напомнить, что тут еще будут пасхалки, как и в прошлых роликах про обновление. Ну ладно, не будем тянуть, и мы погнали! Короче, значит, показываю, что добавили в новую обновление, и потом мы перейдем к следующей части этого видео. Для начала добавили новое оружие, снежочек. Кроме этого, добавили еще вот такие вот прикольненькие крылышки. Цифра... Еще? Ну, конечно же, цифровой цирк. Я так прямо и знал. Потому что он залетел, и вот. Вот, клево. Ничего не добавили. В хвостах тоже. В глазах. Добавили вот это, и это, еще это. Что это такое? Это страшно. Так, новые шапочки. А именно... Вот такая. И вот такая вот. Почему я не считаю вот эти? До них мы и скоро дойдем. А сейчас добавили новый скин. Компухтер. И у него такая особенность, то что есть у него такие вот такие разные эмоции. И тут вот сразу же пасхалочка на ТВ-мена. Ладно. Идем дальше. Сейчас, тут мы смотрели в мобах. В мобах ничего не добавили? Но это, не обращай внимания, это тоже секретно. А вот в машинках интересненько. Смотрите, значит, добавили вот это. Добавили вот это. И добавили еще вот это. И наконец-таки разраб добавил новых животных, на которых можно гонять. Ура! Не обращайте внимания, я просто немножко приболел. Подпишитесь и поставьте лайк, чтобы поддержать меня. Ладно. Так. Значит, добавили это. И вот эти вот тапки. Они тоже секретны. Так, в машинах мы уже смотрели. Но в самолетах ничего не добавили. Костюмов. Тоже. Кроме этих это самолетов. Мы уже какой раз смотрим, капец. Так, тут. Клювы. А, клювы мы смотрели уже. Так. Глаза мы тоже смотрели. Ботинки тоже. Шляпки тоже. Ну, получается, мы все посмотрели. И кстати, пока мы не перешли в. Не перешли к новой карте. Я хочу вам кое-что показать. Один новый фон. А именно вот. Пока что на данный момент есть такие фоны. Вот. Где просто цвет зеленый, фиолетовый и желтый. Так, теперь показываю новую карту. Чалахаус Сноу.
Ну, это та карта, это тот фон, на котором ходит наш, это, наш петушок. Ваш. Да. Еще там есть вот такая вот пасхалочка. Я не знаю, как его в конце концов назовут, но, значит, в Дэн его назвал Алёша. Мы его назвали Степаном. А я вот, именно я, назвал его Дима. Не знаю почему, но вот. Еще добавим новые предметы. А именно, вот такой вот. Вот такой вот. Вот такой вот. И зачем второй такой же разраб? Вот. Вроде бы он тоже, этот предмет уже есть в одном из разделов. Я даже попытаюсь его найти. Либо его разраб перенес, либо их два. А, нет, поход перенес. Ладно. Продолжаем. Значит, мы уже посмотрели вот такие вот. Из этих можно построить лабиринт. И вот я вот прям. И вот добавили вот это. За кулисы. Добавили еще самого. То ли Алёша, то ли Степана, то ли Димы, не знаю. Но этого пингвина. Тут добавили еще вот такой вот пол. Добавили еще лестницу. Золотую кнопочку. Вы поймете почему. И вот такой вот ящик патронов. И еще вот эти два кубика из цифрового цирка. Ну, что? Получается, переходим к пасхалкам? Ну что ж, погнали! Это очень долго ждали. И наконец-таки красного кота нашли. Вот, берем камеру. Я не буду забирать, конечно, я вам покажу. Он где-то... Вот! Красного кота наконец-таки нашли. Вот, как я получил его где-то за минуту, там, за 5 минут. Он очень легко получается. Но кто-то, я слышал, что его получал 3 часа. Ну ладно. Теперь переходим к следующей пасхалке. Итак, следующая пасхалка находится на карте Big House. Надеюсь, все уже знают про пасхалку про Луну, которая находится вот находится или находилась вот там вот. Но сейчас вот добавили еще новую пасхалочку тут. Тут 3 пасхалки получается. Это и тут добавили цирк. Реально цирк. Сейчас метросик. Вон там тот цирк. Цирк. Итак, чтобы получить эту пасхалку, вам нужно это. Зайти в этот цирк. Сейчас вам покажу. Вот зайти в этот цирк, коснуться этого угла, там появится мартышка. Берем. Все. Она заорала? Заорала. Все, бежать. И сейчас будет очень жестко. Потому что я сейчас буду жестко убивать этого кролика. Слил
Появился ботик. Ладно. Переходим к следующей пасхалке. А тут. Я показала все пасхалки, показала все вещи, которые добавили. Но обнова эта вышла очень быстро. И когда за это? И когда она вышла, я так обрадовался. Все обрадовались, наверное. Но за вот. Обнова, конечно, маленькая, но все равно. Мне кажется, она мне показалась качественной. Ну ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Ну и всем пока.